особенности вашего изобретения, чем отличается от других аналогов? Да, ну, самое главное, что это изобретение дает инвалиду возможность самостоятельного подъема по лестнице без приложения каких-либо физических усилий. То есть на ровной поверхности коляска едет на обычных колесах, как любая другая коляска инвалидная с электроприводом. А когда необходимо преодолеть препятствие, например, лестницу, колясочник нажимает кнопочку, и коляска трансформируется в гусеничный ступенькоход. И на гусеницах инвалид уже легко преодолевает лестницу. А есть ли аналоги какие-то вашему изобретению? Единственный наш аналог – это французская разработка, стоимость которой 700 тысяч рублей, что... конечно же, космические деньги. Вот. И ну, еще нужно сказать, что запатентованная нами гусеничная выдвижная система, она технически более совершенна и дает большую устойчивость и безопасность на лестнице, нежели французская разработка. А стоимость вашей модели, предположите? 210 тысяч рублей. То есть почти в 3 раза, да? Да, так точно.